Здорово, ребят, на связи Шамшурин. Значит, тема такая. Ну, как бы я хочу в этом видео рассказать об одном небольшом упражнении, но очень полезном. Оно называется «Я не альфа-самец» или «Я не так крут». Значит, предыстория. Когда ты подходишь к девушке, ты очень сильно волнуешься, да, там, ну, очень многие так делают. Опять же, может, среди вас, конечно, есть ребята, у которых очень разный уровень сейчас на данном этапе. То есть, почему мужчина волнуется, почему он переживает, почему он трясется, почему он испытывает стресс? Потому что он может в глазах девушки показаться либо самым крутым, либо никак иначе. То есть у него есть только два пути в голове, что либо я такой, либо вообще лузер и никак. То есть я должен ей понравиться. Для тебя очень важна ее оценка. И в этом вся проблема. На самом деле, как только ты позволишь себе быть таким, какой ты есть, со своими недостатками, со своими какими-то косяками, слабыми сторонами и так далее, как только ты перестанешь пытаться казаться альфа-самцом, мега-крутым мужиком, в этот момент все расслабится и все будет очень хорошо. Вот. Что нужно сделать? Что за пиздец? Сделать надо следующее. Смотрите, ребят, то есть очень хорошее упражнение. Признайте свою какую-то уязвимость, свои какие-то слабости. Сядьте или встаньте, вспомните 3-5 ситуаций, когда вы реально лоханулись по жизни. То есть когда вы кого-то подвели, когда вы где-то испугались, когда вы где-то не смогли проявить какие-то ваши качества, когда по вашей вине что-то плохое произошло. Ну, то есть какая-то ситуация, где вы были виноваты. Причем не какие-то внешние обстоятельства, как у многих, да, там, ну вот если бы не дождь, если бы не то-то, а именно по вашей вине произошедшие какие-то не очень приятные, не очень хорошо характеризующие вас ситуации. Вы это вспоминаете, ребят, а следующим этапом будет то, что вы идете и рассказываете девушкам об этом. То есть, когда ты подходишь знакомиться, ты говоришь: «Привет, бла-бла-бла, классно выглядишь», немножко пообщался и говоришь: «Вот ты знаешь, я тебя увидел, и мне захотелось, почему-то вспомнилась такая ситуация, захотелось с тобой ей поделиться». И сознательно рассказывай без каких-то приукрас вот эту ситуацию, где ты показал себя не самым лучшим образом. То есть расскажи девушке о том, что ты не такой крутой парень, как хотелось бы тебе казаться в ее глазах. Поверь мне, это даст очень хороший эффект. Если ты сделаешь это раз 5, это даст очень хороший эффект, и ты расслабишься в моменте и на какое-то длительное время, может быть, даже на совсем. Вот такие дела, такое упражнение. Попробуй его сделать, очень хорошо тебе поможет. И еще, собственно, я говорил про рассылку и буду про нее говорить еще больше. Еще больше интересных видео, которых никогда не будет на моем канале в открытом доступе, обучающих видео, ты найдешь на моей рассылке. Чтобы на нее подписаться, кликай по ссылке под видео, заходи на сайт «Все твои», оставляй свою почту, подтверждай ее и получай обучающие видео на свою электронную почту. Одно из ближайших писем в рассылке будет раскрывать тему, в какой момент нужно представляться, когда нужно говорить свое имя, потому что это очень важно. Часто бывает, что когда ты общаешься в контексте прохожий-прохожий с девушкой, вообще идет нормально. Как только ты начинаешь представляться, то есть она понимает, что ты знакомишься, и она начинает ставить какие-то барьеры, препятствия, упендриваться, и общение может немножко не пойти так, как тебе хочется. В этом видео будет рассказано, в какой момент лучше представляться, как это делать и так далее. Увидимся в рассылке, ребят. Пока, надеюсь, это видео было как-то полезно для вас. Счастливо. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся.